Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока следующая. Настойчивые запоры. Вот человека настолько запоры достают, что он уже не знает, что делать. Уже и клизмился, уже и чистился, уже и диета, а запоры все равно сопровождают его. Ответ получите в этой лекции. Первое. Знаете, в каком состоянии меридиан желчного пузыря и как работают желчные протоки. Здесь тоже немаловажно. Почему? Потому что желчные протоки могут быть забиты камнями, и желчь не приходит и не, скажем так, неблагоприятно воздействует на кишечники, вследствие чего образуется что? Завал в кишечниках, и желчь не выходит, не формируется каловая масса. Тем самым запор. Вот прежде всего нужно знать, в каком состоянии орган, меридиан желчного пузыря. Ну а если вас одолевают запоры, точка ВБ-38 вам для активного массажа. Особенно это нужно делать в утреннее время. Во время активности данного меридиана массажировать точку не следует. Нет такой необходимости. А вот утречком после пробуждения помните, вот, что вы должны данную точку активно массажировать. Она вам будет в помощь что в разрешении упорных запоров и в нормализации что стула. Спасибо за внимание.